Всем привет, вы на канале Коклубер. Смотрите, я нашел такие вот iPhone 13 Pro Max на 128 гигабайт. Стоит 123 тысячи рублей. Вот есть 13 Pro на 128 гигабайт. Цена без акции получается 110 рублей, а с акцией 122 рубля. Вот, также здесь есть iPhone 13 на мини на 512 гигабайт, красный. Передняя камера 12 мегапикселей и задняя камера тоже 12 мегапикселей. Nokia 13 Pro. Вот. В новом, в черном цвете. Вот такой вот. 13 обычный. И iPhone SE 2022 на 64 гигабайта. Apple Watch Series 7. С 41 мм. Черный ремешок. Такой вот. OLED-экран и время работы 18 часов. Вот такие вот AirPods за 20 тысяч рублей. Есть такие вот за 13 тысяч рублей. Вот адаптер в новом, получается, в новых айфонах не идут старые адаптеры, поэтому нужно будет докупать. Вот вот такие вот в тонких коробках не идут, поэтому нужно будет докупать вот такой вот 20-ваттный адаптер. Вот, и если у вас сломается вот этот вот кабель, то вы можете купить кабель USB-C на Lightning. Это для старых, получается. Это переходник для того, чтобы слушать музыку 3,5 мм. Вот, Apple Watch Series 7. И вот так вот выглядят все айфоны.